Все, товарищи, работать и еще раз работать. Петр Петрович, не забудь, да? В конце квартала твои удои должны увеличиться в 4 раза. Сделаем. Голубев, голуба, молодец, что приехал. Здравствуй. Здравствуй. Земляк. Ну что ж, хвалят тебя. Самсонна, самодеятельность лучшая в районе. Хор, ну просто большой театр. А солист? Чисто соловей. Кстати, кто он? Жикин. Жикин? Жикин. Илья. Илья. Ну, у него шнуп нет. Так он же не ногами поет-то. Ну да. Проходи. Проходи, разговор есть. Илья Самсонна. Чайку? Да, с вареньем. Так. Ну что, жалуются на тебя? Кто жалуется? Парторг Килин. А что он жалуется? Радиоточки нет. Живете как дикари. Ничего не слышите. Ничего не знаете. Про показатели я вообще молчу. У вас их просто нет. Так... А все почему? Почему? Потому что мало внимания уделяете наглядной агитации. А у меня вот, смотри, новый бюст. Красавец. Как живой. Нравится? Нравится. А, ну что ж ты, не даешь денег на диаграмму роста промышленного производства, а? Андрюш, мне коровник не на что строить. А этому парторгу только диаграммы свои рисовать. Деньги колхозные трынькать. Недопонял. Что значит трынькать? Ты понимаешь, что ты говоришь? Да все, я понимаю, Андрюш. Ну нету у меня этих денег. Не дам я денег на эту, извини, твою наглядную агитацию. Что? Потому что ты председатель, а не кабинетная крыса. У меня колхоз, а не красный уголок. Ты в первую очередь коммунист. Член ВКПБ. А потом уже председатель. Да какая разница, Андрюша? Коммунист, не коммунист. ВКПБ, АБВГД. Да дело надо делать, а не красными тряпками быков пугать. Вот что я тебе скажу, Иван Тимофеевич. Диаграмма роста промышленного производства – это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, члена АБВГД, ВКПБ, ВКПБ, ёпарасоте, который этого недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, это твое убеждение или ошибка? Да брось ты, Андрюша! Да что значит Андрюша? Это я тебе в хоре был, Андрюша! А здесь Андрей Кузьмич! Что такое? Недопонял? А что недопонял? Дал вождю по башке. И все. А ты видел? Я все видел. А свидетели? Где свидетели? О чем мы с тобой говорили? А вот о наглядной агитации. Я и говорю, что нельзя недооценивать значение наглядной агитации. Если ты и дальше будешь придерживаться той же позиции, мы тебя проверим. На самую душу к тебе заглянем. Что это такое? Грелка. Зачем? Живот болит? Вот мы тебе и в живот заглянем. Мы тебе дорога-то подымем. Мы тебе такую кориду устроим. Будешь нас знать, что такое... Наглядная агитация. Да. Я пойду? Да. Ну да. Ваня! Еще хочу тебя предупредить, как коммунист коммуниста. За тобой ведется... Пристальное наблюдение. За мной? Прощай, Ванюша. Прощай. До свидания, Андрей Кузьмич. До свидания.